В Люберцах реализуется крупный инвестиционный проект, благодаря которому округ получает новые рабочие места и налоги. В этом году начнется строительство производственно-складского комплекса, где смогут трудоустроиться более 1000 человек. Появление подобных объектов всегда вызывает много вопросов у жителей ближайших домов. Ответы на них узнал наш корреспондент. Не перекроют вообще все движение, не только нам, но еще будет стоять Лыткарино, Мирный, Октябрьский, Чкалово и, соответственно, хвостом все это займет еще и Люберцы. Жители деревни Токарева тревожит строительство производственно-складского комплекса в соседнем поселке Чкалово на развязке Лыткаринского шоссе. Свои опасения они озвучили в начале февраля во время очередной встречи с администрацией округа. Чтобы детально ответить на все вопросы, руководство предприятия пригласило инициативную группу на аналогичный объект, который уже более 10 лет успешно работает в поселке Томилино. Компания занимается продажей продуктов питания. На сегодняшний день здесь у нас находится мультитемпературный склад, у нас есть морозильное складирование, сухой склад. Складируем продукты питания для дальнейшей реализации. Новый комплекс будет выполнять те же функции, но добавится производственная часть. 4 цеха по нарезке мясной и сырной продукции, а также фасовки замороженных овощей и фруктового пюре. В рамках проекта строительства предусмотрено и развитие дорожной инфраструктуры вокруг предприятия. Все узнали, что будет расширена дорога специально для этого, и что будут дополнительные отстойники у них сделаны на территории, что машины не будут вообще стоять там. Погрузка-разгрузка будет ночной. И даже если появится какой-то шум, который будет раздражать местных жителей, люди готовы произвести соответствующие замеры и установить дополнительные экраны. Довольны тем, что люди идут на контакт, что люди адекватно воспринимают наши опасения и вопросы местных жителей. Действительно, люди заботятся о своем бизнесе и все риски просчитывают, в том числе стараются не нарушить быт и жизнь местных жителей. Жители деревни заверили, что никаких неудобств из-за появления промышленного кластера они не почувствуют, а даже наоборот. Новое предприятие даст 1100 рабочих мест рядом с домом. По словам руководства, они будут брать на работу преимущественно местных жителей и жителей соседних регионов. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.